Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Меня зовут Александр Лупиненко. Как всегда, я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими занимательными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов. Ветер северного направления скоростью до 7 метров в секунду. В выставочном зале университета имени Франциска Скорины открылась выставка фотографий «Цифра мыла». Профессиональные фоторепортеры и фотолюбители серьезно отнеслись к выбранной теме – нерезкой фотографии. В процессе создания работ авторы использовали самые разные способы съемки и технические приемы. На выставке до 20 февраля можно увидеть порядка 60 работ. В Музее истории города Гомеля работает выставка по странам и континентам. На ней работы участников секции «Фото Тревел Клаб» Белорусского общественного объединения фотографов. Гомельчане могут познакомиться со своеобразным визуальным рассказом путешественников-фотографов о мире. Посетители выставки увидят фото, сделанные в Исландии, Индии, Италии, Монголии и других странах мира. В картинной галерее Ващенко открыта выставка работ белорусской авангардистки Валентины Ляхович. Автор выставочного проекта «Аберрации света» – один из ярких представителей белорусского авангарда. Она работает с большими форматами, создает объемные инсталляции и скульптуры с использованием света из разных материалов. Поэтому отличительная особенность работ художника – игра света, формы и тонов. Во дворце Румянцевых и Паскевичей к открытию готовится выставка «Музею with Love». Она станет своего рода презентацией новых экспонатов, для которых музей стал домом в 2019 году. На выставке представят лучшие из поступивших предметов. Среди них палеонтологические находки, документы, предметы быта и не только. Статус музейных обрели и вещи, преподнесенные музею коллегами и партнерами в день столетия музея. Многие из экспонатов уже заняли свое место в музейных экспозициях и стали частью интерьеров дворца. Открытие выставки состоится 6 февраля в 16:00. В рамках проекта под названием «Уютный вечер» картинная галерея Гавриила Ващенко приглашает на очередную встречу. Участникам предлагается поговорить на тему «Тайны знаменитых картин 2». Речь пойдет об интересных случаях, связанных с известными картинами и их авторами. Это мероприятие для тех, кто интересуется изобразительным искусством. Истории жизни художников и их произведений никого не оставят равнодушными. Приходите в галерею 7 февраля, начало в 18:00. Восьмого февраля в Гомеле пройдет второй открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс «Промень». Он будет включать конкурсные выступления и гала-концерт с награждением победителей. Участниками мероприятия станут не только профессионалы, но и любители. Ну а в составе жюри – известные артисты, педагоги, режиссеры, руководители коллективов, деятели культуры и искусств. Им и предстоит выбрать лучших исполнителей фольклора. Обладатель гран-при получит ценный приз и сертификат на участие в одном из концертов гомельского фолк-проекта «Ягорова гора». 22 февраля в Гомельском технопарке будет проходить хакатон «Создай свой проект». Это 8 часов интенсива, во время которого команды будут работать над созданием собственного чат-бота с его последующей презентацией. Участниками мероприятия станут ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые интересуются IT-сферой. В рамках программы предусмотрены также мастер-классы по дизайну и копирайтингу, созданию чат-бота и презентации проекта. Гомельский областной драматический театр готовит премьеру. Комедия под названием «Боинг, Боинг, Боинг».
Молодой ловелас придумал беспроигрышную комбинацию. У него сразу три подруги-стюардессы, не имеющие представления о существовании друг друга. Одна взлетает, другая приземляется, пока третья находится рядом. Но в один день налаженный механизм дает сбой. Герой попадает в безвыходное положение, но пытается выкрутиться, оказываясь тем самым в новых смешных ситуациях. Премьерные показы в Гомельском областном драматическом театре запланированы на 29 февраля, 1 и 7 марта. Артисты оркестра имени Василевского снова порадуют поклонников рока. Для них готовится очередной музыкальный подарок. 29 февраля в рамках программы «In Rock Style» прозвучат хиты, проверенные временем. Усилить впечатление зрителей помогут световые инсталляции и красочный видеоряд. Ну а песни, которые прозвучат в этот день со сцены, многие знают наизусть. Поэтому вполне вероятно, что зрительный зал и солисты станут единым поющим хором. Место встречи – Общественно-культурный центр. В Великобритании в старом комоде среди других вещей, которые уже считались ненужными, мужчина обнаружил маленький нефритовый камень. Он отнес находку на выставку антиквариата, где выяснилось, что обнаруженному амулету собаки около 4000 лет. Эксперты оценили стоимость находки в 3 миллиона фунтов стерлингов. Британец рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями. В 60-х годах он эмигрировал в Великобританию и привез с собой ценные украшения. Вероятно, именно он оставил амулет в старом комоде, пока владелец драгоценности не решил дальнейшую судьбу этого украшения. Работа тележурналиста может быть очень трудна. Кто-то сразу подумает о ситуациях, связанных с опасностью. Но еще сложнее сосредоточиться, когда тебе не дают покоя любвеобильная лошадь, как в этом ролике. Журналист и оператор прибыли на конюшню, чтобы снять репортаж о скачках. Только вот все пошло не по их плану. Профессионалы выбрали место, чтобы в кадре был виновник репортажа. Но лошади человек понравился настолько, что она то и дело пыталась его обнять и узнать, что же такое он держит в руках. Как думаете, удалось ли журналисту завершить свою работу или нет? Как-то раз в зоопарк принесли восьмерых ежат. Детеныши были еще слепы и нуждались в материнском молоке. Но была одна проблема. Они наотрез отказывались от бутылочек и сосок. Но все изменилось в один момент, когда на помощь ежикам пришла кошка с большим сердцем. Она не смогла просто остаться в стороне и приняла чужих детенышей. Теперь они хорошо питаются и растут рядом с новой мамой. И набираются сил для самостоятельной жизни, в которую им скоро понадобится отправиться. Жительница штата Северная Каролина во второй раз выиграла миллионы джекпот в лотерее. Свой первый выигрышный билет женщина купила в августе 2018-го и сорвала джекпот – 4 миллиона долларов. А уже в начале этого года американка решила опять испытать удачу и купила билет мгновенной лотереи за 30 долларов, а выиграла 1 миллион долларов. На что миллионерша потратит выигрыш, пока не уточняется. Пицца. Казалось бы, обычное блюдо, которое мы едим довольно часто. А вот доводилось ли вам попробовать пиццу диаметром 20 сантиметров за 8300 долларов? Вряд ли. Но при желании попробовать ее можно и в итальянском городе Агрополе. Для этого даже не понадобится никуда идти. Ее приготовят прямо у вас дома. Приедут шеф-повар и сомелье и прямо у вас на виду приготовят этот кулинарный шедевр. Тесто для пиццы Луи 13 готовится заранее в течение 72 часов.
Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговорно-актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш Инстаграм, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. В общем, включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. А также звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был утренний фреш. Я Александр Лупиненко. Хочу пожелать вам только хорошего настроения, улыбок окружающих и солнца в душе, какой бы ни была погода за окном.